На 27 лет затянулся ремонт в Черкасском университете имени Богдана Хмельницкого. Еще в начале 90-х пожар охватил здание, оставив от него лишь стены. И с тех пор здесь катастрофически не хватает помещений, как, собственно, и денег на ремонт. И такая ситуация во многих вузах. Но бывают исключения из правил. Подробнее мои коллеги. 6 вечера, а у студентов Черкасского национального университета учеба в самом разгаре. Из-за нехватки кабинетов, а здесь 6 кафедр, ютятся в одном корпусе, студенты вынуждены учиться в 3 смены. Последняя пара заканчивается в начале 8-го. Дуже важко. Ну, тому що ми тут до 7 часов вечора, поки ми доберемося в гуртожиток, ну, це дуже незручно і треба зробити, ну, завдання на завтра, і, ну, свого времени немає. В таких условиях студенты учатся уже 27 лет. Еще в 91 году в левом крыле корпуса произошел сильный пожар. Пламя уничтожило все – аудитории, учебный материал, перекрытие между этажами. Тогда во время ликвидации огня погиб пожарный. С тех пор руководство университета не раз поднимало вопрос перед областным руководством о реконструкции, но тщетно. Намагалися багато раз, зверталися до перших осіб, зверталися і до обласної адміністрації. Але все закінчилось тим, що були відсутні кошти. Единственное, на что удалось выбить деньги, это металлические балки. Они подпирают стены сгоревшего корпуса, чтобы не рухнули на головы студентов. Но, похоже, в этом году дело дойдет и до капитального ремонта. Тут есть очень хороший подвал. Высота десь 2 до 3 метров. Тоже там и хорошие можно лаборатории сделать, и спортивные. Эта комиссия из проектантов и застройщиков решила на месте проверить, в каком состоянии сгоревшая часть здания. Среди инспекторов и нардеп Сергей Рудык. Он помогает выбить деньги на проведение работ. Говорит, от увиденного пришел в ужас. На початку я навіть сам не уявляв собі настільки великий масштаб робіт. Якби це не була частина великого корпусу інших приміщень, то можна було б навіть їх руйнувати. Але вони є частиною архітектурного ансамблю. Тому треба відтворювати і шукати варіанти по відтворенню. Зараз ми говоримо про 19 мільйонів на 2018 рік і приблизно про 29 мільйонів на 2019 рік. Если у Черкасского университета появились шансы на восстановление корпуса, то у некоторых столичных вузов такой перспективы нет. Это театральный университет имени Карпенко-Карова. Рядом с основным корпусом недострой. Здание начали возводить еще в 1976 году. С тех пор прошло 42 года. И теперь здание не подлежит реконструкции. Его можно только снести. Еще один недострой прилепился возле Института международных отношений и журналистики. По задумке здесь должен был располагаться спортивно-оздоровительный комплекс, но дальше кирпичных стен дело не двинулось. Юлия Жешко, Ольга Иванченко и Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Черкассы.